Так, для тех, кто смотрит в записи, здрасте. У нас вторая часть прохождения Resident Evil Village. С вами Михаил, он же Майкер. Замечательный чатик Good Game в левом нижнем углу. Кто-то там в прошлый раз говорил, надо убрать чатик с экрана, теряется атмосфера. Наоборот, наоборот, я считаю, наличие чатика на видео сохраняет тот самый эффект прямой трансляции. И я чувствую себя не так одиноко. Погнали. В прошлый раз, что мы... Краткое содержание прошлой серии. Мы, короче, резнулись, вспомнили, что было в прошлой игре. В прошлой игре у нас был вирус, сумасшедшая жена, минус рука. Сначала раненая там ножом большим, потом отрезанная бензопилой. Много беготни, страха, пота, слез. И в конце концов какого-то там излечения. Сейчас мы выясняем, что мы давным-давно ливнули в какую-то глушь в Луизиану. У нас уже малец такой, щегол. С которым мы нянчимся. Я, кстати, не имею отношения к этому ребенку. Вот. И все так хорошо, так обстановка была создана дома уютная, безопасная, музыка играет, все. Правда, почему-то жена смотрит недобро на нас. Все зеркала завешены, какие-то там таблеточки лежат на столе. И как-то все очень стрёмно. То есть покой, но стремота полная. Ну и после этого, внимание, спойлер. Раздается там несколько выстрелов, женушку нашу кладут, нас забирают, мелкого куда-то уносят, какие-то спецназовцы врываются, и игра меняется, ну, обстановка в игре меняется на диаметрально противоположную. Все плохо, все лопается, темно, ничего нельзя, полное ощущение безвыходности, безысходности. Мы кое-как начали там бродить по этой заброшенной деревне, которая больше напоминает какую-то... не знаю, средневековую, блин, вампирскую историю, много какой-то непонятной нечисти, какие-то отрезанные козлиные головы, трупы лошадей, холод. Ну, в общем, все то, что вы можете представить и не улыбнуться при этом, вот все было. То есть разруха, мертвые животные, нас... Там крысы нас пугали по-всякому. И в результате вышло так, что мы встретили деда. Дед оказался отличным чуваком. Жалко, он пожил всего 15 секунд. Но он нам выкинул, во-первых, пистолет. И у нас есть пистолет и 10 патронов. Застрелиться нельзя. И также мы нашли нож. Вот. Но после того, как дед гуфнулся, унеся с собой дробовичок, между прочим, этого я ему никогда не прощу, мы, что называется, face-to-face просто встретились с здоровым монстром. Поэтому держитесь. А, для обстановки, для атмосферы, чтобы вы не думали, типа, а чё он там, это самое, блин, визжит, как маленькая девочка. Наденьте наушники, пожалуйста, ну басы. Выключите, приглушите свет в комнате. Откройте стримчанский на фуллскрин. Не отвлекайтесь ни на что. И вместе со мной предлагаю погрузиться в этот замечательный процесс. Погнали. Ой, блин. Так, на пробел блок, кажется. Здрасте. Как прицелиться? Да чек, да ты что, я ж не успел. Карты, документы. Блин, сука, игра просто. Первое, что она говорит, нажмите правую кнопку, чтобы прицелиться. Я жму, ничего не происходит. Потом она говорит, чтобы открыть карту, нажмите V. Я открываю карту, но это не помогает. Иди к черту. Дай пистолет, слышь. Ну, спейсблок. Да я понял, пистолет дай. Да как пистолет-то? Твою мать. Да иди к черту, короче. Да иди нафиг просто. Так, а можно... замазаться. Блин, не так-то просто стрелять. Стрекуется. Я жал блок. Блин, я ж не вовремя отпустил. Три выстрела осталось из пистолета. Да ну нафиг. Твою мать, как я тебя ненавижу. Я тебя уже ненавижу, просто ненавижу. Неистово. Ну все, у меня тебе нож и одна тычка. Тварь, мразь.
Ненавижу тебя. Вы погибли, а я не догадался вообще. Капец, ты мне еще В чаще тыкай, когда мне В нужно сжать. Карту открой, типа, дурак. Охренели совсем. Да я жму, пробел! Да вы издеваетесь? Блок так не работает, видимо, против него. Я жму блок! Видимо, блок не это самое. Стомп жми. Вейв кидай. Молоток кидай. А можно убежать? Да твою налево. Может, мне не надо его убивать вообще? Может, он неуязвим? Он шатается. А, типа вторая фаза. Вторая фаза. Ой, твою мать. Так, я не совсем понял, как блок работает. Работает ли он вообще? Меня жрут. Меня просто жрут. Я достаю пистолет. Да серьезно? Нифига себе. А, я вовремя нажал блок сейчас. А, у меня перезарядка есть. А! У меня патронов, оказывается, не 10, а 20. О, ачивку дали за что-то. Охренеть, я, оказывается. Ну все, конец тебе настал, пес. Контрольный. Патроны на тебя не какого хочется тратить. Черта? Да я сам в шоке. Там было 10 из 10 вправо. Я не знаю, вы не видите эти цифры, они за креслом находятся. 10 из 10. 10 из 10. Написано было 10 из 10. А, нет никаких цифр. Врет, Михаил. Короче, смысл в том, что по интерфейсу не совсем понятно. У тебя 10 из 10 патронов. А оказывается, я думал так. А оказывается, 10 патронов и еще 10 в обойме. Класс. Ну что, даже хилку не потратили. Ладно, что мы узнали? Мы узнали, что надо чаще стрелять. Тогда он как бы... Короче, перестает действовать. Ну все, мы познали дзен. Мы сможем сейчас любого монстра... Не волнуйтесь, ребят, все. Кто понял механику, тот король игры. 10 из 10. 10 из 10. А, так. Не подходи, а то зарежу. Так, и он выскочил отсюда, да? Ладно, давай я как дурачок вернусь назад. Да иди к черту! Опять эти звуки за спиной. Сюда не пройти. Выдыхай, бобер. Выдыхай. Все нормально. У-у-у! Болторез. Ба-бам! Эта штука нам поможет те ворота, скорее всего, открыть. Сюжетные предметы находятся в снаряжении. Нет, Ctrl нажать сказали. А иди... Блин, интерфейс консольный, я просто манал. Это просто. Появляешься, тебе говорят, открой карту. В нажми. У вас болторез, Ctrl нажимай. Оп, полечился. Магия. Кайф. Нет, серьезно, ну это просто... Вы видели? У меня же не глюки были. Там болторез... И Ctrl такой. Инструмент для резки цепей. Да я-то знаю, что такое болторез, блин. Просто зачем мне В говорить? В на это самое, нажимать. Ctrl нажимать. Хилку просто Может загрузиться реально. Я еще на полчаса на этом боссе останусь, если загружусь. Он неадекваша полный. То блокирует, то не блокирует. Я разок нажал блок, и он отскочил, мне дали ачивку. То есть там, видимо, вопрос в таймингах поведения еще. То есть надо вовремя блок. Нельзя его просто сжать. Реагент. Далее. Так, просмотреть найденные материалы. Главное, Ctrl не сжать. Реагент. А, мы можем сделать лекарство из травушки и реагента. Все, я понял все. Ну, консольчики, они на самом деле... А, вот и трава. А снится нам... Трава.
Предмет создан. Ачивка. Achievement unlocked. Крафтлер. Все, ребята, официально называйте меня теперь Крафтлер. Так. Монстр встал и ушел. Серьезно, пропал монстр? Черт. Его, видимо, как лошадь кто-то уносит. Хоть прибираются нормально. Так. Я даже с ножиком не чувствую себя в безопасности. Тут тупик. Но надо выбираться и идти в место, где мы можем свой болторез использовать по назначению. Во. Как я лихо умею. Ну что, погнали. Ой, тихо, здравствуй. Давай мелких тащи, наследников своих. Очень веселая игрушка. Как раз на ночь можно посмотреть дядю Мишу. Блин, утащили кого-то реально. Я не скриптово повернулся не в ту сторону. Ну, видите, здесь след крови. Сюда, естественно, нельзя... А, можно пройти. Свобода. Открытый мир, считай. Ну, классно. Все, я пошел. Так, я вижу, что оно на Этеле говорит, ой, чую, кто-то сейчас будет гореть. Сразу забегая вперед. Экспертов, советчиков, специалистов по сюжету в этой игре сразу хочется отправить в путешествие. Вот, потому что вы потенциально, кроме демонстрации своих знаний, здесь только все испортите. Ой, радио. Ничего, нет, это радио. Ну, давайте. О, Патрики. Ой. Так, кого-то там съели под шумок, да? Мы заряжались, а кого-то съели. У нас 9 патронов из 10, из нуля. Вы можете забаррикадировать дверь стеллажом. А может, это неправильно? Так, я могу разблокировать дверь. Стеллажом. А там кто-то есть. Или нет? А зачем я заблокировал, если сверху кого-то сжали? Я же не дурак. Правильно? Твою ж медь. Ну кто так строит, а? Ага. Так, патронов чуть побольше стало. 10 из 14. Это все ж... Да как так-то? Труп сверху. А я уже стараюсь. Блин, ну мне не нравится. Но мне придется туда возвращаться. А, вижу ящик. Нервный кашель вы чувствуете? Слышите вот это вот? Да блин. Серьезно. Да ну нафиг. Здрасте. Какой красавец, а? Ребят, меня жрут уже опять. Я отбил! Да блин! Надо пробовать блокировать, по крайней мере. О, во-во-во, получилось. Травку взяли. 8 патронов. Это все? Это все.
что останется после меня? Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... К твоему? Луизе, на краю поля. Выживший? На краю поля. Выживший. Так, хорошая новость, ребята. У нас будет хотя бы какая-то девушка в течение этого прохождения. Это уже хорошие новости. У нее, правда, там тоже проблемы. Но выжившие у поля. Requiem Music, здравствуйте. Всем добрый вечер, друзья. Приятного времяпрепровождения, отличных эмоций. Проведите этот вечер так, чтобы вы его запомнили. У меня нет другого выхода, кроме как через заблоченную дверь. Да, блин, не хочу. Капец. Надо смотреть тупики. Искать закутки. Ага. Чья-то туфля. Заперта с другой стороны. Ага, и там лутецки. Кто-то рычит, я слышу это, но... Ну, а что сделать? И туда можно, и сюда можно. Там кто-то сидит вообще. Блин, как они меня бесят звуками своими. У меня в наушниках... А, вон, сверху. А-а-а. Так это твой лут получается, да? Ой, их тут двое. Мне кажется, это западня. Блин. Сокол бы побежал, не раздумывая, понятное дело. Блин, вот тварь, а. Ладно. Будь что будет. А? А? Не ожидал такой наглости? Пес, иди отсюда, это мой лут. Ой, я дурак. Спрыгнул один. Он идет. Да ну нафиг! А чё так громко? Сука. Дробаш! Чик-чик, ёпта! Чик-чик, иди сюда! Со мной давай дуэль! У меня два выстрела всего лишь. Оп! Он выжил. Он выжил, блин. Мать моя женщина! Лежать! И он не последний, еще второй есть. А! Блин, я его не видел! А! А! А что? Блин, одного патронов не хватает, а тут три человека. That's too much. Ёпрысоты. Серьезно? Сколько у меня патриков? А, это я уже этого замочил, да? Это... Это да, это всё? Что-то. Короче. Есть второй путь. Не, наверное, их можно как-то там, как-то через стеночки. О, зло снег. Спасибо за 5 примачков. Выживший? Может реально пойти вот сюда? Там всего один пес. Этот дом очень опасный. Ну он сидит. О, нет, там еще один. Ребята, серьезно? Этот встал уже. Там бочка взрывоопасная. О, побежали тогда. Блин, не добежали, кажись. Беги, ну бас. Беги, где ж твой шифт? Так, ну одного предположим. Да их много, капец.
Shift бежать вообще не работает. Сука. Так он хладнокровно, после того, как мы молотком припечатали к земле. Сука. Отличная локализация. Так, ну... У меня есть вопрос к происходящему. То есть тут явно тебе не хватает пока амуниции, ну или точности амуниции, чтобы справляться со всеми. Все. Можно попробовать за них, ну, их отманить на эту бочку, потому что они шотаются бочкой спокойно. Типа сагрить, приманить к этой двери, навернуть кругаля. Но что-то чувствую, я другого наверну. Ребята, капец, какие непростые. Но вот эта дверь совсем не зря. Мне бы дробаш. Игрулька Огонь недавно прошел, всем советую. То есть, а куда я могу отступить? А что у меня по хилкам? Хрень у тебя. У тебя вообще ничего нет. Дурачок. Вон они разбегаются, психи. Ну, зайду я туда, но забаррикадируюсь. На какое-то время там продержусь. Но там, блин, 3 человека. 3, Карл, 3! А я не хочу умирать. Мне это не понравилось. Плюс там темень. Вот он первый спрыгнул. Ладно. Да. Сука. Пытаюсь уйти, но мне что-то кажется, что это все. Капец. Да ну жесть какая. А, вижу одного. Ржавые обломки. Это то, что я искал, ребят. Наконец-то. Блин, их там двое. Полным-полно муки. Вообще класс. Да сколько можно? Да ну они там стоят, они меня ждут. Они меня ждут. О, стрела. О-о-о-о! Наши! Наши! А как пригнуться, как пригнуться? О-о-о! Опа! 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 О! Опа! Куда? Куда? Блин! А-а-а! Твою мать! Как? Куда? Да я в шоке! Беги, дурак! Патронов нет, ничего нет! Ну конечно! Бег не работает! Так, кажется, мне плохо. Кажется, это не наши были. Не, ну хорошо, мы дошли чуть дальше, но, конечно, вот эта вот коридорность и непонятно вообще, куда идти, чтобы тебя не убили. Бегай, Миша, бегай. Это все? Откусили что-то важное. Ну, мозг не зайдет был. Ладно, окей. Значит, что я? Я хочу на градобаш взять дробовичок. Пошли вон, скриптовые твари, ненавижу вас. И идите за мной. 2. Музыка, играй. О, порох. О, лутаем. Патроны. О, дробаш. Ладно. О, все взял. Прохладно, блин, дурачок. Сука. Thank you.
Так. Так, что у нас есть? Так, патриков стало больше. В целом я могу вот этих отстрелить. Аккуратненько. Ну так, методично. Хэдэ поотвешивать. Какие-то они вообще бронированные. Эй, а куда стрейфуемся? Назад, ребята. Гуси, гуси, гуси. Алло. Алло, гуси. Насколько можно? Боюсь, что сзади подойдет еще. Стрела пошла наша. У вас там что? У меня патроны заканчиваются. У меня патроны заканчиваются. Как я даже стрельну всем в голову? Всем. Мать-перемать. А, да как? Твою я ж... Ах ты, промахнулся. Они вышли сзади. Что мы усвоили? Усвоили, что патронов не хватит на то, чтобы перестрелять даже в голову всех. Это значит, что мы должны действовать, исходя из того, что... Ну, нам не хватит. Нам просто не хватит. То есть у меня еще два сзади прибежало. Может, не надо туда? Ну, там еще двойка. Там, по крайней мере, лут есть. А, они вот здесь оббегали, да, получается? И вот здесь я их перестреливал. Так, а что по бочке? Сгруппировать всех. Собрать, сгруппировать. Выбежать, пробежать. Ты серьезно? Ты сейчас будешь вот тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун и туда? А потом туда и на бочку. Нет, проще, блин, застрелиться самому. Так, у нас 8 патриков. Этого хватит, чтобы убить максимум одного. Передо мной 5-6 человек. Бочка, которая шотает. Ладно, давай попробуем этих двоих забрать. Двоих, троих через бочку. Все, и срываются они пачки сразу. Блин, а надо через блок как-то это делать. Первый же удар, я теряю маневренность и все. Допустим, из двоих, даже если убью, что делать с третьим? Чик-чик, блин, Миш. Да, рукой защитись от булавы, вообще молодец. Скажи, сука. Это очень интересно все. Так, ну ладно, допустим, этих троих мы на бочку как-нибудь сможем, да? Погнали. Вообще, наверняка здесь можно будет их... Это... Я первый же удар пропускаю, сразу у меня скорость перемещения снижается. То есть я не могу вот так бегать. Не могу я вот так вот бегать. То есть первый удар пропускаю, до свидос. Мне нужно как-то... До получения леща. Угу.
Ты даже дело не в точности стрельбы, у тебя банально просто патронов не хватает для того, чтобы с ними справиться. Это с той стороны открывается. Ну, типа шорткат. Пока что я в этой локации вижу возможность их как-то вводить друг за дружкой, но... Блин, как же это все тяжело. Ну, допустим. Теперь открыто. Счастье-то какое. Зайду, спущусь, выйду. Оббегу. Нет, это все большая-большая аркада. Большая-большая аркада. В доме, если начну разбираться, там тоже три человека, я вряд ли с ними справлюсь. И они рано или поздно ко мне спрыгивают. То есть, если мы заходим в дом, там одна-две комнаты, спуск вниз. Больше вроде... Ну, больше там проходов нет. Спуск вниз, там тоже все линейно, мы выходим с той стороны. Выходим аккуратно вот-вот-вот на того чувака. Ну, чуть-чуть левее, на одного, на второго. И можем типа сюда прибежать. Выводя их за... Ну ладно, поехали. Еще выводит, конечно, из себя звуки многочисленные эти. Дикие. Ладно, сука. Здесь двери нет фактически. Давайте попробуем быстрее не знаю, этих что ли перестрелять быстрее. Или попробовать в этом трае пробежать мимо. Ладно, побежали. Давай прям попробуем. Только вот сюда вот. А, окей. А вот и бочка. Я понял вас. Ладно, здесь у меня будет еще побольше патронов. Черт! Блин. Ой-ой-ой-ой-ой! Да столько, сколько нужно. Все, я не бегу уже. Никуда я не убегу. Капец. Ну, смотрите, хорошая новость в том, что я, в принципе, мог бежать не сюда, а бежать к той закрытой двери. То есть, типа, еще не в тупик забегать, а каетить их. Кайтесь их, кайтесь их, покайтесь. Покайтесь. Короче, я думаю, бегать надо просто здесь. Слишком... Но для того, чтобы бегать, надо найти, куда бегать. Это... Хорошо, давай попробуем... Все? Не заходить в дом. Давай пробуем просто-напросто. Просто-напросто... А, тут я не пробегу. Вот здесь я могу попробовать пробежать, да? Ну, не факт, он встает. Дом, 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 дом. В этом доме я был. Вот еще какой-то дом. Бочка. Как я вас ненавижу. Ну что, можно и убиться. Да ладно, ты че? Серьезно? Да ладно. Ребят, мне не нравится это все дело. Очень не нравится. Твою налево. Ну все, и там тупик, и там двое. Ну приехали, патронов нет. А, вон там есть дверь. Там какая-то отмеченная дверь. Вдруг она... Черт! Да-да. Может, сюда могу? Ключ нужен! Ржавые обломки! Текайте, хлопцы! Ай, твою мать. Ой, не убегу я. Ой, твой. Короче, здесь
Похоже, надо использовать две бочки. Нужно выстроить маршрут бега. Нужно заходить сначала в дом, потом из него выбегать направо, потом поворачивать налево, разворачиваться, стрелять в бочку, выходить на крышу, с крыши сигать вниз и заводить последних 2-3 к бочке. Охренеть! Я на это не подписывался. Ну, похоже, что такое. То есть у нас есть некая локация, весьма ограниченная для маневра. Это все? То есть мы действуем так, как действовали. То есть берем ножик. Спокойно, спокойно. Главное, хладнокровие, Михаил. Это всего лишь пиксели. Берем спокойненько травушку-муравушку. Заходим сюда. Быстро, быстро закрываем дверь! Закрываем дверь, лутаем быстренько. Быстренько лутаем на регулярный. Ты это еще 20 раз повторишь. Берешь дробаш. Ладно. Прохладно, блин, дурачок. Давай быстрее, придурок. Шевели. Собираешь все, что может пригодиться. Прыгаешь вниз. Здесь, кстати, можешь пострелять даже, наверное. Не-не-не, не стреляет. Нафиг надо. Не стреляешь еще. Выходишь. Тут, соответственно, направо уходишь. Заходишь сюда. Разворачиваешься. Бочку взрываешь. Да как? Да я еще не успел. Ой, бочка сейчас меня... Твори добро. Ну, от по лестнице. Сколько можно? С этой стороны по лестнице не забраться. Я не оценил ситуацию. Так, ну что, я чувствую себя Томом Крузом из «Войны бесконечности». Помните такой замечательный фильм? Все? Главное относиться к этому как... Я становлюсь сильнее каждый раз. Я становлюсь сильнее. Меня уже ничего не испугает. Там что-то еще оставил. Сука. А, вот так вот, да? Да нет! Блин, или пострелять здесь? Нет, забей ты. Капец, у меня две бочки просто. Сколько можно? Блин, я тебя забыл. Блин. Окей. Хорошо. Разбрейн сразу это. Так, 600-й, пожалуйста, и остальные эксперты, давайте без советов, пожалуйста. Пожалуйста, без советов. Пожалуйста. Все? Мы с тобой. Дробаш не жалей. Забаньте Артура, пожалуйста. Он не услышал про советы. Погнали. Ненадолго, дней на 10. Спасибо большое. Ладно.
Ну. Советчики советуют крафтить патроны для дробаша. Да твою мать, он там стоял. Все, я уже не убегу никуда. Хила нет. Да, да. Оп, оп, оп. Вай. Надо тренироваться блок делать. Как твоя... Блок, кажется, по таймингу нужен. И вновь продолжают собой. И сердцу тревожно в груди. Это все? И Майкер такой молодой. И дикий зомбарь впереди. Мне это будет сниться просто. Ладно. Сука. Может, здесь их начать принимать некоторых? То есть, насколько возможно. Блин. Их тут до хрена просто. Скриптовые твари. Ай-яй-яй. Блин, как страшно-то, а? Куда вот дальше бежать? Да сколько можно? Кто сверху стреляет, не могу понять. Да нет, у меня патриков. Раз, два, три. Да ну нафиг. Он с крыши спрыгнул на меня. Я был уверен, что у меня сзади безопасная зона. Нельзя стоять. Нельзя стоять. Ладно. Хрен с тобой. Это все? Может, сюда их завести как-то. Ну а толку, я просто буду бегать от них. Мне же их убивать как-то надо. Ну, застрянет, скажем. Хотя, да, это ж вообще ни о чем. Я ж не могу запереть эту дверь. Ладно, что мы можем попробовать? Мы можем попробовать частично пострелять, реально, пока они не пробрались сюда, через дверь. Ну, их же здесь ограниченное количество, правильно? Не, лучше стрелять снизу. Лучше стрелять снизу. Там, по крайней мере, ты по головам можешь попадать. Нет. Ну,
Они повсюду. Почему дверь не закрылась? Сколько можно? Я хз, их все равно очень много. А кто стрелял? Внизу за мной идут уже. Кто-то стреляет же из этих. О, отбился. Отбился, а толку? Да, конечно. Тут надо в голову целиться. То есть у нас есть две бочки, нам нужно как-то сгруппировать их максимально, чтобы они на этих двух бочках были. Возможно, даже не взрывать до последнего, то есть пытаться их сдерживать в дверном проеме обычными выстрелами, кучкуя их таким образом. Ну, если получится, конечно. Добрый вечер, Костяшка. Привет, как настроение твое? О, добро пожаловать, прекрасный стрим идет, веселенький. Присоединяйся. Если коротко, у нас тут просто... Ладно. Ну, напомню, сложность максимальная. Ну и плюс я такой еще. Ладно, не будем тратить патроны на обычных зомбарей. Будем просто двигаться от бочки к бочке, сейвить патрики. Ой, здесь еще. Как мне их собрать? А! Вот как. О, я пропускал патроны для дробовика здесь. Чик-чик, блин. Сейчас прорвутся. Да сколько можно? Да ладно. Нет. Мать моя женщина, я не подписывался на это. Тупик, не тупик, ладно, тупик. Пробуй. Сначала пистолет, сколько хватит. Ой, хорошо, троих можно. Давай. Хорош, минус три. Так, спокойно. Нет, не минус три. Дробаш. Первый. Второй. Еще трое. Нет, промахнулся. Последний выстрел с дробаша. Нет. Нет, только не ножом. Ты не сможешь ничего сделать ножом. Все, я понял. Я понял, короче. Блин, можно было вытащить здесь. Он с геймпада играет. Не-не-не, я с мышки играю. Но здесь я отключил автоприцеливание, но в целом здесь довольно... Ну, мне сложновато навскидку пока целиться. С педали, с руля. Это все? С руль. Я не с руль, я чебурашка. Так, спокойненько, уже все понятно. Уже все почти все прошел уже. Раз. Сука.
Да нет. Да нет! Ты такой вообще консольный. Блин, можно было на самом деле выбежать. Ой-ой-ой-ой-ой! Твою налево! Ну как так? Какая там сволочь пристроилась? Да... Откуда он там появился, блин? Сбежать никак. Проще игру выключить. Это... Сбегун. Все? Пусечка. Пусечка-советчик. Бостон, ну чё ты как маленький, а? Сбежать. Страшно тебе? Выключай свет, надевай наушники, страдай, превозмогай, тряпка. А сбежать никак нельзя. Мама, пусть это прекратится. Ладно. Сука. Ну мы тут уже как-то доме, у себя дома просто. Можно еще попробовать, кстати, покрафтить, когда будет возможность. Вот сейчас, например. Тридцать патриков же. Надо, наверное, было здесь стрелять по окнам. Сколько можно? Блин. Черт. Да подожди, я же... Это один же укус. Ну ясно. Я не пробегу здесь уже. Блин. Блин. Я Том Круз. Слушайте, а может сбежать можно? Так, давайте попробуем, знаете что, сейчас пострелять там, когда можно будет пострелять. Это... То есть как только мы видим все? Опцию на пострелять, стреляем. То есть есть некоторые сейф-споты, да, вот в... можно будет пострелять, когда мы будем находиться в подвале. И там можно будет немножечко... Здесь наверняка тоже можно это сделать.
Но менее безопасно, на мой взгляд. Тут меньше времени у тебя. Ладно. Здесь надо будет пострелять сейчас по двоим. Чисто по головам. Ну так, более-менее спокойно. Нет. И вот здесь надо будет пострелять основательно, как забаррикадируемся, подлутаем. Нет! Да сколько можно? Блин, времени-то маловато. Один. Двое. Чёрт! Не перезарядился. Да, блин, сзади все-таки. Собака. Я специально... Ну, там прям за спиной он был. Мне кажется, не хватит мне патронов, даже если я троих взрываю. Короче, попробую пострелять побольше в этом, в... Привет, аптечки. Привет, Фыба. Ладно. Перезарядиться не забыть. Хрен с тобой. Ай. Может, и зря здесь патроны тратил. Сейчас меня сожрут. Реально можно хил было сделать. Да блин, я сжал!
Держись, восстанавливай здоровье. Побежали. Да ладно. Да как так-то, блин? Серьезно. Там еще какой-то был. Меня так рык испугал справа. Это жесть просто. Я подумал, что я не могу вперед бежать. Ладно. Я Том Круз. Просто маленький. Все? Блин, штрихуется еще. О, хреново пострелял. Сколько можно? Да блин! Как он стрейфанулся, а? О-о-о-о! Надо было контрол жать. Открыть эту дверь, чтобы в следующий раз можно было. Ну, хотя не знаю, зачем она здесь. Странная такая. Сука.
Один, блин. Не соберутся они здесь, покажу. Черт! Да. Ай. Что? Блин, серьезно, у меня последний выстрел. Как? У меня не хватит столько патрон. Здесь будет заперто уже. Здесь заперто. Приехали. Серьезно? Короче, похоже, там выход. То есть, когда я нарезаю весь этот круг, когда я возвращаюсь на респ, я встречаю этого босса, и та калитка, которую я должен был открыть до этого, это обходной маневр, чтобы... Можно вообще патрики не тратить. То есть надо сейчас, несмотря на этот хаос, понять, откуда вышел босс, отвести его оттуда. Ориентировочно он вот справа, вот отсюда вот пришел, вот отсюда он пришел. Вот отсюда. И нам туда как раз и выбегать и надо. Жесть. Ну, тут патриков не хватает. То есть у меня реально патроны для того, чтобы сдерживать их. Я даже не буду сейчас ничего тратить. Не буду отстреливать ничего. Просто моя задача... По крышам, по всему. Ладно. Окольными путями через хилку. Отстреливаться просто периодически от... Ну, вынужденно отстреливаться. Но не работать на уничтожение врагов. Я не смогу этого просто сделать. Их слишком много. Мне нужно... Спокойно, Миш. Это все скриптовая скотина. Я думаю, на крышу может, и с нее сигать. Да, на крышу, наверное. Да сколько можно? Блин, я реагент, кажется, не взял. Давай сразу дробаш. О! Ай! Ой. Угу. Прикольно я прибежал.
Немножко не туда. Так, и вот здесь, да, где-то? Да, вот здесь. Вот отсюда он идет, да? Да? Нет. Ну, ясно. Твою налево. ГГшечка. То есть, возможно, он появляется после того, как я какое-то количество их убью. Да это жесть какая-то просто. На хардкоре с первого раза, представляете, это проходить? По незнанию вообще нереально. Сейчас я вроде как пробежался по тому же маршруту, но нет. И он не появился, этот здоровый пес. Калитку открой, Фыва. А ну, Фрид. Добрый вечер, кстати. Сука. Почему я не могу? Да, не все собрал. Сколько можно? Ай-яй-яй-яй-яй, цепанули все-таки, гады. Ну я попробую сюда, чтобы типа скрипт. Но потом быстро назад. Чёрт! Ой! Ну блин! Уже не убегаем. Я его не вижу все равно. Да, я слышу сейчас. Я слышу его. Да, он там. Он там. Мать-перемать, он там. То есть я должен стоять и на бочке убивать какое-то количество людей. Ну, где угодно убивать какое-то количество людей. Он реально там появился. Я видел замах его пушки. То есть тут не просто скрипт, тут скрипт еще привязанный к количеству убитых тобой врагов. Ты должен их положить какое-то это количество. Все? Блин, здесь же закрыто, надо выходить сюда. Ну это может пригодиться, не факт, что пригодится. То есть надо их убивать. Надо их убивать. А это значит... что придется тратить большое количество патронов. Ладно. Сука. Ха-ха-ха.
Может, здесь тогда пострелять, а? Хотя бы... Блин, долго не идут. Это плохо, потому что они сзади рано или поздно приходят. Ай, решил в этот раз проверить. Успею ли я взять или не успею, не успел. О, понятно. Советчиками баник. Как минимум до конца трансляции. Советы нам не нужны, только портят впечатление. Да, сложность максимальная. Это все? Вообще двери не надо открывать, только потери по времени. Энд Диабло говорит, а вот если не играл в эту игру, не смотрел давать советы. Нет, нет, тем более. Твои советы к тому же гарантированно будут не очень. Сука. Хочется самому превозмогать, понимаете? Страдать самому. А, ты можешь тогда? Извини, не знал. Черт, твою налево. Побежали, блин. Ясно, уже не добежим. Да твою налево. И он еще не появился. Промазал. Да, и вот здесь он... Блин, вот если бы хилку не потратил так рано, мог и успеть. Ну, это уже было близко. Ну, по крайней мере, к тому плану, которого я придерживаюсь. Ну, это все?
Как босс убивать? Я не уверен, что его вообще нужно убивать. Тут, кроме босса, еще такое количество народу. Мне кажется, нужно бежать за босса. То есть он откроет этот проход, разрушив тупик. И мне нужно нарезать круг и к нему в спину выйти. Ладно, давай здесь. Блин. Сколько можно? Блин. Хилка. Патрики. Какой план сейчас? Заворот налево, убиваем одного, двух, трех в идеале. На бочке. Блин. Блин, промазал. И бежит. Да, он. Он, босс уже. Да нет. Вижу его. Пытаюсь вокруг. Правильно бегу, вроде да. Он все еще здесь. Понял? Ай-яй-яй-яй-яй. Мать моя женщина. О! Вон он. Что? Нет! Я где-то еще должен достать ключ. Правда, я не проверил, могу ли я мимо ворот пробежать. Там вроде тупик был. Либо я где-то в попыхах не заметил ключ. Ну, либо глобально план не тот. Это все? Ладно, давайте я попробую. Да мне не хватит патронов, я уже проверял. Тут, если ты будешь всех убивать, тебе даже на обычных не хватает патронов. Да.
такое? Так, давай их здесь отстрелили. Надо считать еще, когда он появляется. Он после скриптового количества убитых появляется. Это два. Серьезно? Патрик не смог сделать. Я где-то пропустил патроны. Блин, а где-то Патрики пропустил. Вот дурак, а. Один. На. Еще двое. Четыре. Забираюсь на крышу. Возможно, здесь вообще ключ был, а я его не увидел. Ну, типа, сзади где-нибудь. Хрен себе. Спускаюсь опять. Ай. И уже надо здоровье восстанавливать. Черт. Дай ну нафиг. О, не пробегу я здесь. Блин. Хотел выстрелить, а? А, уже маневренности нет. Здесь закрыто, там закрыто. Этот бежит. У меня три патрона из дробовика. Твою налево. Их двое. Минимум. Я хромаю. Хватает. Вот он. Ай! Там тупик. Здесь тупик. Здесь тупик. Так, ну получается, нам нужен ключ. Получается, нам нужен ключ. Ну потому что все сходится, знаете. Здесь у тебя тупик. Пока ты не убьешь определенное количество, не появится босс. Босс появляется с места, где тупик. И там открывается ворота, которые ты можешь открыть с ключом. Тебе нужен ключ. Тебе, Михаил, нужен ключ. Для того, чтобы найти ключ, ты должен мыслить как ключ. Или как минимум, как дверь. Не надо подсказывать, друзья. Я попробую сам. В принципе, у нас не так много мест, которые мы не исследовали. То есть отсюда, наверху это мы были. Все. Здесь ничего. Ключ теоретически может выпасть из какого-нибудь ящика, который... Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к дому Луизы на краю поля. Выживший? Так, где в целом я не был? В этом доме мы были. Ведет в подвал. Подвал линейный. Из подвала выход... По сути, ну, два выхода. Один, ну, один выход, один вход. Здесь тоже вроде тупик. Ну, там было еще парочка. Ну, вряд ли ключ, вряд ли в какой-то... Вряд ли в какой-то вазе он будет лежать. Нет ничего.
Это печка. Черт с мукой. Что при повреждении еще раз? А, вот что может быть дело. При повреждении... Может, он отвлекает мешок с мукой. А, завес создает. Все понял. Ай! Это было неприятно. Ну, это... Это я реально чуть-чуть... Хотя сильно не задержался. И в том доме, в который... Слушайте, мне кажется, возможно, через крышу что-то можно сделать. Хотя там вроде дом на отшибе, и через крышу... Я поднимаюсь на крышу, они забираются, ты все равно сигаешь вниз с нее. Может, оглядеться, как-то на крышу поперекантоваться. Так. Валера, привет. Это... Все? Ладно, хрен с ним. Блин, жизнь какая. Ладно. Сука. А, я понял, где я не завернул, не взял пистолетные патрики. Ай. Блин, хрен с тобой. Вот здесь-то одна штука, но я не помню, что там. А, там патроны просто. Можно. Здесь вроде нет ничего. Давайте на крышу пойдем. Ну я там смотрел, вроде нет ничего. Неожиданно, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот за этим домом интересно, что будет. Стопы. Серьезно. Ай. Там вот эта дверь интересная. Да дайте посмотреть животные, а. Издевайтесь. Семейные фото можно. Нужен другой предмет. Слушайте, а сейчас я не убил. Я просто продержался какое-то время. И он появился. Может, мне нужно время продержаться какое-то? Могу здесь перепрыгивать, да? Класс. А-а-а!
Короче, видимо, мне нужно бегать здесь. Мне нужно здесь бегать просто. Потому что не по количеству народу появляется босс явно, а по времени, которое мы выигрываем. То есть нам нужно реально с первого же укрепления, там, где мука, использовать это для того, чтобы... Ну, сейчас мы зайдем в первое же здание. И... Ну, возможно, кто-то скриптовый также появится и скажет: я здесь, я открываю ворота! Михаил, как долго я тебя ждала? Вот, то есть давайте попробуем сейчас использовать ту же самую муку. То есть просто идем по маршруту, не торопясь особо после первого агро. Собираем, естественно, все. Периодически, ну даже не то чтобы отстреливаемся. Ладно. А скорее просто... Сука. Скорее так. Ой-ой-ой. Нехорошо получилось. Да сколько можно? О, а я вторую хилку сделал. Мне тут, оказывается, две хилки были. Блин. Я не хотел реально сюда идти. Ладно, давай бежим там, где их нет пока. А его нет пока. Ну, давай попробуем никого не убивать, а просто круги нарезать. Кажется, не получается. Давайте еще пару кружочков попробуем навернуть. Ну, кто-то стреляет здесь, правильно? Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, помощь, если ты есть, пожалуйста, дай надежду. Нет.
Кажется, всем пофиг. Ну, ясно. Да как? Скрипт! 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 Кони мои, кони! Кавалерия! Иди к черту! Да я свой. Ребят. Так, а стоп, а я не понял. А, это не наши. Это не наши. У них просто... Может, встреча какая там. Меня пощадили. Блин, минус просто полруки, здрасте, откусано. Пис, чувак. Эй, постой! Постой! Паровоз! А не стучите колеса. Кондуктор. Ну, я лут собирать буду. Блин. Ну, это да, это было... Не совсем очевидно, что, как бы, тебе не надо тут стреляться. Шансов все равно нет. Просто беги, Михаил. Беги. И все. Ну, пробег был финальный, конечно, тоже такой. Ну, оставил, во-первых, я 37 патриков себе. 37 патриков! Да я всех уничтожу после этого! Ой, выдыхай, бобер. Ой, еще два выстрела из дробаша. Один причем был такой кривой-кривой. Бочку оставил. Ну вот, ключи надо запомнить, что тот пришел и ключ оставил. Хотя, может быть, это шоткат был. А, бабушка. И в жизни, и в смерти мы вас славим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. О, нас узнали. Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза, да. Такой графон. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Принесла в деревню, накрыла. Вестник беды. Они идут. Нет. Стой. Где Роза? Сейчас закрою, и что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Озвучка шикарная. Роза здесь? Жуть просто, да, это. Так, что мы, значит, дочку нашу, да, она, видимо, здесь всех заразила, все с ума посходили, мы же тоже особенные, там, газ в прошлой части, все с ума сходят. Давайте изучать. То есть после такого экшена надо попробовать переключиться на что-то... Давайте насладимся графонием, картинкой прекрасной. Да, на Бабу-Ягу похоже, кстати, из... Не помню как. Так, и Миранда была, да? Или с... Ну, в общем, что-то из Кока-Колы, Спрайт, Миранды, кажется. Да. Подушки порезанные, все еще горячие свечи. Хотя они должны были давным-давно потухнуть, учитывая 40 моих траев там про
про эти прошлые попыток. Замок несложный. Так может откроем? Только в фильмах работает. Миранда — это комбайн для всяких Ира, Касик и прочим. А, ну да, помню. О, великие оборотни, жуткие волки из древних легенд. Пусть они придут сожрать нашу плоть. Придут, чтобы порвать нас в клочья. Короче, вся деревушка или весь этот небольшой городок обезумел. Бульк-бульк, берем реагент. Делаем хилку. Блин, так двери открываются тоже прям. И скрипят. Очень классно. Я уже думал, что когда мне выдадут пистолет, я буду чувствовать себя в абсолютной безопасности. Куда там? Там зомбарей столько, сколько у тебя патронов. А патронов хватает. Ну, 7 патронов нужно в голову, чтобы зомбаря убить. Кайф. Посмотреть карту. О, вовремя. И нам показывают, где у нас несложный замок, типа, и показывают отмычку, которую мы, видимо, можем использовать для... Стоп. А еще у нас сзади был... на карте, помните, про... Может быть... уже не вернемся. Надо внимательно осматриваться. Вижу, там на что-то можно воздействовать. Какие-то алтари. Статуя, смотри, говорит Pocket Cat. Ну, вы знаете, что делать. Сходи туда, нажми на эту кнопку. Заперто с другой стороны, окей. Статуя с козлом на щите. Головы резали и пытались спастись. Шпага интересная. Так, а на эту штуку мы явно можем воздействовать. Здесь нужен другой предмет, понятненько. Трактор. С детальками. Дверь не открывающаяся. Тоже дверь такая бутафорская, заколоченная. Ну, по сути, у нас только один путь. Вон туда, светящийся. Периодически где-то ломаются ветки. Ворон опять же. Ну, ворон умный. Кар! О, две вороны. Вороны. Мы создали эти козьи обереги, чтобы защитить деревню и людей. Всякий, кто сломает их, познает гнев матери Миранды. Ну, я не хочу стрелять. В целом, тут можно отстрелить малейшие штуки и сверкающие точки, говорит Стайкориум. Это вопрос? Или утверждение? Вороны полетели. Надгробье можно исследовать. Так, и... Ага. А тут еще похоже на замок, видите? Видимо, это вход в замок. Видимо, невидимо. То есть нам нужны щиты. Один щит можно попытаться взять со статуи. Они прям реальные величины получаются, видите, с козлами. Оберегают. Ну, он достаточно далеко, хотя маркер есть. Маркер вроде в глазе был. Ну, видимо, в этом подсказку, что типа нужно стрелять. Ну, я еще раз хочу попросить Тайкориум и других товарищей, пожалуйста, не подсказывайте. По возможности, конечно. Обломок кристалла. Сокровищ. Это типа дополнительный какой-то контент, да? У нас со здоровьем беда.
Белый минерал, добываемый в этом регионе, можно продать. О, так мы тут фармить можем, да? Я помню, пробегал мимо зомбарей, и там, оказывается, были... Как много всего я напропускал. Да тут надо прям проходить, потому что некоторые предметы... Пока ты не подойдешь, они не подсветятся. А все находится в таком едином визуальном стиле, что... О, пожалуйста, я пропустил просто. Место ритуала. Замок Димитреску. А тут мы можем пройти. И калитка сама Ах ты. А, окей, ладно, я уже думал, что все. Замуровали демоны. Блин, как же страшно. Герб с девой. Звук все равно мне не понравился, которым я взял его. И карта. Church. Если в деревне случится беда, отыщи родовые гербы. Один из них находится в церкви, другой в доме Луизы. Начну в церкви, нам нужно в дом Луизы. По прямой мимо кладбища, говорят. Но там даже кто-то нарисован. Какая-то страшная Луиза. Окей. Сохраняйте игру при помощи печатных машинок. Первое сохранение. Жутко. Свет меняется динамически тоже. Блин, я зашел-то вот оттуда, да, получается? Но я тут мимо кладбища к дому Луизы, и при этом есть еще одна закрытая дверь. Заперта. Ой, чувствую. О, какое пугало. Дом Луизы в конце этой дороги. И вот это, не знаю, что это такое, типа ржи какой-то за несобранный и замерзший. Выступает в роли таких своеобразных укрытий. И я чую, и я слышу даже, что неприятности начинаются у меня. О, Энди Лайтхаус поддержал, говорит, Миша, класс, новая игра. У меня изменения, в среду расскажу, хорошего стрима. Е-е-е-е. Добро пожаловать, Энди. Наш специалист по инглишу. Вот когда появляется мешок с мукой. Особенно два. Понятно, все. Я тебя ненавижу, тварь. О, мина. Откройте снаряжение, чтобы... Быстрый доступ к оружию. 4, да, контактные мины. Похоже, я первый, кто на ней подорвется. Эхо войны. Угу. Здесь можно закрыться. Лучше руки с мышки не убирать. Там, подождите, чаек. То есть смысл в том, что мы сюда должны вернуться, забаррикадироваться, поставить мину. Он сломает... Игра. Что ж. Со здоровьем у меня беда, кстати. То есть нам нужно сюда убегать будет. Капец, страшно. Энди, выключи свет, надень наушники и в бой. Только так можно смотреть этот стрим.
мать моя женщина. Все забаррикадировано, мне игра заставляет идти через... Вон она. Вижу. Блин, это же один маленький упырь, а чё я боюсь-то? Второй идет. А, больно, сука. Мина. Кажется, это был оверкилл все-таки. Это был, мне кажется, лютейший оверкилл. Там надо было закрыть прям перед там 10 людьми. Мне ж опять через эту рожь. Я слишком стар для этого дерьма. Да блин! Да иди сюда, она! Потратил на одного постыдного зомбаря 15 патронов. Это просто все, что нажито непосильным трудом. Короче, план абсолютно другой. Мы берем себя в руки и идем в поля с ножом. Ну, может, не с ножом. Просто идем в поля. Так, мину возьмем сразу. Все, погнали. Нормальный план. А, ты не можешь тогда? О, ой, кайфулечка. Все, за мной 3 человека, правильно? Считаем. Ой. Серьезно, а чё это за...
Блин, сейчас на одного вообще. Капец, страшно. Сосед, алло. Хорош стучать уже, блин. Уже 11 часов почти. Смолкло все. Я видел, там просматривался какой-то проход за этой штукой. Вон, видите, в соседний дом. Да, и добраться туда я могу. А нет, я могу так делать. Патроны для дробовичка. Ребята. Живем. Пара патриков есть. Ну, вроде здесь как раз я отстрелял тот резерв, который у меня был до этого. А ты не можешь сигануть, нет? А, то есть просто если можно перепрыгнуть, ты подходишь и перепрыгиваешь, да? Ля умный какой. Кнопки прыжка здесь нет. Здесь наверняка можно какие-то нычки найти. Вот. Ну, геймдизайн он такой. 12 патриков! Ни в коем случае нельзя торопиться. Ни в коем случае. Надо все вот эти вот тупички проверять. Я вижу, там лут виднеется. Так, и попасть мне нужно вот в эту хижину, да? Для третьего ключа. Ну, игра очень так, конечно, графонистая. Прям приятно смотреть. Очень. А, сюда сигануть могу. Проход, ну подожди. Я же вроде как... А, я туда уже сходил, все правильно. Вороны начинают каркать более интенсивно. Так, ну что здесь-то? Почему этот тупик? Причем следы я оставляю на снегу. А, видимо. Это ачивочки. Я слышу, как бы тот же самый козел, который был в прошлый раз. Так, ладно, давайте. Давайте я попробую сообразить. Что от меня хотят. Обломки взяли. Может что покрафтить. Да, опять нет хилки. Делаем лечение. И... Может быть даже ржавые обломки сейчас подсохранять. То есть не тратить бездумно их на базовые патроны. А... Оставить. А, я могу просто ворот открыть. Черт. Ой. Папа?
Неужели адекватные люди в игре наконец-то? Закрой дверь! Ля, добрый вечер. Эй, ты что здесь делаешь? Назад. Нет. Ой-ой. Не трогай. Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. И то верно. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. О. Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть до Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Нет. Хоть укройтесь в доме Луизы. Дед, может, у тебя пулемет есть какой-нибудь или еще что-нибудь? Мачете дал бы не подрезать. Все равно у тебя боец никакой. Ой-ой. Я вот в такие окна не люблю вылезать в неизвестные места. Вот честно. Я понимаю, что игра говорит... А нет, игра говорит, почему бы и нет. Можно сюда, можно туда. И я как дурак вылез. Хреновый дом. Просто вот хреновый. Симметрия этих окон верхних дает. Ну, а как лицо какое-то страшное. С выбитыми зубами. Луиза, видимо, была тоже так себе. И меня сейчас собирают просто как на войну. Дают тебе там пороха, патронов. Это мы еще найдем. Ох, не к бобру это. Не к бобру. И назад дороги уже не будет, да? Что ж. Ой, туалет очень удобно. В туалете реагент. Так, в результате. Да, патрики у нас есть. Одна хилка есть. Ох, Луизенька, Луизенька. Заперто с другой стороны. Надо впустить этих двоих. А, ворота открыть. Нет, сначала лутать, потом ворота открывать. Короче, я не могу понять, вот эту штуку если открыть, то мы, кажется, что-то типа ключа получаем, да? Ладно, открываем. А чё она сама не могла это сделать? Скорее! Ой-ой-ой. Ой-ой. Побыстрее ты, не мог. Ах ты, да тебя... ерунда. Ладно, деменция у него уже пошла, все нормально. Можно понять. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Ну, сам бы помог себе. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Это ошибка. Эй, не-не-не. Ты знаешь вообще, что здесь происходит? Сейчас минус дед это будет. Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно. Что ж такое? Нам нужно попасть внутрь. А. Ага. Я сейчас прям метнулся папа, пулькой просто. Папа, потерпи еще чуточку. Кабанчиком. Сейчас, сейчас, сейчас. До завтра сможешь потерпеть? Часов до 9 вечера стартанем завтра. Дед, ты как вообще там? Так много крови. Где там кровь ты увидел вообще? Нормально у него все? Ой, паникеры, а. Так, ну что от меня хотят? Дверь открыть. Обе были закрыты. Наверх забраться. Прыгать я не умею. Все должно быть линейно. Да, я постучу.
Откройте, эй, милиция! Кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза, открой мне, это Елена! Ой. Тихо, не ори, они могут услышать. Джулиан, спокойно. Кто это? Это друг. А ну назад. А, это отец. Король, это король Джулиан. Нет, Бога ради, впусти нас. Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех. Мой отец умирает. Нас это не волнует. Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит. Они наши друзья. Прошу, входите. Нормально, нормальное отношение. Сюда. А ты нет. Да? Ты ой, не из деревни. Ну. А, нет. Я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Мутный ты какой-то, ну? Юлиан. Раз ты друг Елены. Да. То мой тоже. Удобно. Заходи. Спасибо большое. Вот это я понимаю. Встречают. Может, накормят даже. Жди здесь. Я схожу к остальным. Окей. А полутать можно? Сохраниться можно? Так, хорошо, хорошо, хорошо. Наверняка что-то здесь есть интересное. Прилечь. Сумка. Так, умыться. Альбомчик. Сложно разобрать, что написано. Давайте сюда просто полистаем. Да подожди, я только начал. Ага. Не знаю, к чему это. Там, видимо, какие-то будущие локации нам показывают. О, записка. Луиза, они снова пробрались и унесли скот. Если так пойдет дальше, боюсь, нам до конца зимы не дожить. И Эрнест до сих пор не явился. Везде его обыскались. Неужто матерь Миранда отреклась от нас? Ковры зачетные тоже. Занавесочки прям. Топчик. Ой, красиво как. Блин, просто вот смотришь на картину. Короче, я хочу еще раз поблагодарить товарища. Не знаю, он слушает, не слушает. В общем, он просто видяха. Была 980-я, стала 3060, и просто новые игры можно поиграть. Сейчас 90-100 FPS при почти всех максималках. И картинку, конечно. Ну, я бы еще дольше в Billions поиграл бы, и там в XCOM-чике. Еще лет 5. Вообще удивился бы, наверное. Ну просто красиво очень. Текстура, освещение, все прям. У-у-у. Вот сюда, все уже ждут. Так, кого? Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Охренел, что ли, пес? Он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан, я прошу. Здесь все, кто нет, выжил? Нас... Из целой деревни? Я прошу кто прощения, выжил? Конечно. Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты! Впустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Локализация этих топовая. Всех убогих снаружи порвали в клочья. Вообще класс. Ну а завтра? Ну а? А завтра будет что будет, давай, бухай! Завтра мы все подохнем. Да, нормально. Ты-то как всем помогаешь. Муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А ага, потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. И рва... А где же твой муж? Ой-ой. Они... Он там нет, обходил. Ну нет, он снаружи. Где-то. Где-то ходит. Он за подмогой. Ага, сейчас. Да, он пошел за подмогой. Он ой-ой, скоро придет. Ой, дурочка вообще. Помолимся. Это поможет. За него.
Из-за всех нас. О, господи, это какой мысль. Тут просто маразм. Вместе. Команда подобралась просто. Это хуже, чем пятерка в доте у тебя на рандоме просто. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пролить свет. В жизни и в смерти мы вас славим, Мать Миранда. Да вы шибанутые все тут. Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Господи. Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что такое творишь? Леонард, ты что? Тебе плохо? Опять нажрался, а? Нет! Ёпарыся ты! Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Отпусти! Елена? Отвали! О, Боже! Мне очень жаль, отец! Слушай, слушай, это был уже не твой отец. Ты все правильно сделал. Елена, Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Нет, там лут. Он был обречен. Извините. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет, нам нужно выбраться. Мы сможем. Эх, Ленка, Ленка, ну постой пока здесь, да. Просто великолепные движки игры, такие просто коротенькие, но очень. Я буду вспоминать вот этот вот мачете, который зашел прям вот, вот до сюда. Прям, ах, такой прям, ай, удар. Ну что ж, ну вообще слишком много NPC было, нам одной женщины хватит, в принципе. Там все остальные вообще бесперспективные, там дед слепой, одна монашка, блаженная тоже другая, и как бы только Ленка нормальная, с дробашом, по крайней мере, умеет пользоваться, ну, управляться, так скажем. Мне все не показывает, говорит Артем Кавай. Всем, друзья, добрый вечер, это, конечно... Вот что классно в играх, которые, блин, стоят дорого, это то, что там, как правило, локализация русская классная. Я не говорю про Reforge. Нет, я говорю как раз вот про Resident. То есть ты слышишь такие прям хорошие голоса, прям озвучку, там эмоциональный отыгрыш. Такой, верю. Ленка плачет, видите? Молодец. Прям классно. Не хотел в деда, я чувствовал, что это катсцена, не хотел в него выпускать патроны раньше времени, потому что, ну, кто мне их потом вернет, правильно? Ну, очень круто. Такое повествование мне нравится, когда можно в определенный момент, знаете, так прифигеть от происходящего и так передохнуть и двинуться дальше. Но дедка бы очень быстро обратился, конечно, прям и не узнать. О, как в Duke Nukem тень. Вон, прям, смотрите. В 3D я имею в виду. В Duke Nukem 3D. Так же делали мы. В 96-м.
Так, что у нас здесь есть? Патроны для дробаша. Парочка. Припасы хорошие. Прямо картофан есть. А это что такое? Блин, вообще не узнаю. А, это мезга, видимо, какая-то. Это они вино делают. И бочки с винцом. Это поднявшийся виноград, видимо. Сливы, говорит. Каштаны, сливы. Сливы? Да, крупноват для винограда. Так, винцо есть. А что по запискам? Возьми отвертку с брелока, если понадобится. Кстати, можно и брелка теперь говорить, так что расслабимся. Конечно, мне нужна отвертка. Отвертка будет выступать в роли базовой отмычки, скорее всего. Мы сможем открывать... Так, а где еще раз отвертку говоришь? С брелока. Найти бы его. Серьезно? Да не, он должен быть где-то здесь. Я же не дурак, я же не мог пропустить отвертку, правильно? Сливы я же не пропустил. А-а-а. Что это у нас тут такое? 500 баксов. Ключ от грузовика. Что? Такое, такая музыка просто была, такой звук, что я не мог. Осматривайте предметы, чтобы найти новые подсказки. Изучить. Охренеть. Прочитай донат, говорит Хамблби. Секундочку. Итак, донат. Блин, его нет. По крайней мере, совсем близко. Нет, так не перезапустить. Поехали. Хамблби, прости, пожалуйста. Черт, быстро разгорается. А ты что ожидал-то? Так может все, по коням? Что это у нас? Капец, старье. Прям что завелось как... Отойди. С полоборота. Я попробую сломать. Ломать не строить. Не пристегивайся. Включает заднюю. Все правильно. Разгончик. Первая пошла. Ускорение. О-о-о. Вот почему у нас в машинах сейчас такого нет? Жена бы заценила. Нажимаешь кнопку и ускоряешься. Бац. Машина загорелась каким-то образом. Приехали. Итан, ты в порядке? Я ты дурак, цел. Итан? Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться. Теперь только наверх. Ну давай, Ленка. Держись. Залезай. Идем. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Да не разговаривай, алло. А твоя семья в порядке? Самое время поговорить. Когда выберемся, может, познакомишься. Давай. Я все знаю про угарный газ. Как тебя зовут? Буду рада. Давай, выдержит. Ага. Так, окошко. Вон, да это нет. Выход. Нет, а там сзади лут 100%. 100% сзади лут. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить. Их там много. Эй, да, блин, не истери, алло. Не говори так. Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Не надо, Ваня. Мне кажется, она в том замке. Нет, в нем нет ничего. Лишь кровь и смерть.
Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Ты не одна, дочка. Елена, нет. Отец Ленка. Мертв. Это уже не он. Елена! Он звал меня. Отец! Он звал меня, он звал меня. Что? Что? Ой, дура, ой, дура. Стой там. Ой, Ленка, Ленка. Давай, дай мне руку. Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Твою мать! Нормальная баба была, да, Энди? Че выкинули, непонятно. Почему все вокруг умирают? Ну, с этой Леной, конечно, было бы очень тяжело. Она истерит прям. Я ни хрена не понимаю. Соберись, соберись, тряпка. А Ленка была та еще, конечно, контуженная просто. Все, выживаем как можем. Я не понимаю. Я тоже не понимаю, где лут? Я не понял. Ой. Да прыгай же, чё, смысл? Нормально это в гости зашёл, да? Да. Какого хера это снова началось? А может, проблема во мне? Зашел, как бы впустил двух людей, им открыли, там все, сейф, 5 человек, минус все, короче, спустя 5 минут. Ой. Блин, а могли бы с Ленкой замутить? Тем более, вся деревня вымерла, должен же кто-то. Да, еще разок зайду по нужде. Ну закрой, ну. Ну дует же, ну. Посидим. Ну реально, если вы не закрываете и садитесь на такой туалет, там же сквозняк вас снизу может поддувать. Не самое приятное впечатление. Городские не поймут. Блин, ладно. Вдруг еще зомбарь вылезет какой-нибудь. Ленка, да. На этот раз должно открыться. Да, потому что у нас есть отвертка. А, отвертка откручивает, она не как отмычка. И мы берем с вами второй герб. С демоном! А дальше больше. Нам предстоит нелегкий путь, потому что... Ну, мы прощаемся с этим домом. Как-то действительно неловко вышло. Но 10 минут такого экшена, кат-сцен на движке игры, прекрасная озвучка. Представляете, там было несколько персонажей, они говорили там, молились вместе с разными там интонациями, тембрами, отыгрывали роли. И это все было в очень коротких временных рамках. Это еще одно, как бы, характерная черта, типа вот высокобюджетной игры, когда тебе хватает ресурсов на то, чтобы построить, срежиссировать вот даже небольшой промежуток времени игрового. То есть, да, тут реально прошло минут 10. Над этим местом, уверен, было потрачено даже, ну, не десятки, не сотни, наверное, все-таки тысячи часов суммарно, человека часов имеется в виду, на дизайн, на озвучку, на движок, ну, все вот это вот, если посчитать, эти 10 минут развернутся тебе просто... Тихо! Я не хочу туда. А кто ж тебя спрашивает? Тут все линейно, Михаил. Хотя стреляют обычно наши. Чайник, здравствуй. Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Это матерь Миранда, которую ну, много картинок. Она была запечатлена. Вы помните, встречали с самого начала игры. Ее лик. И явно игра приобретает сейчас такой... религиозно-фанатичный оттенок.
Потому что мы вспоминаем и часовни всякие, рабочие причем, да, свечки горящие, портреты этой дамы, которая всех принимала, всем помогала ей. Ну, очевидно, что-то произошло, потому что мать, перемать, сейчас кого-то взяла просто и ушатала. Блин, может пистолет достать? Я понимаю, что с матерью на данной стадии мне нечего делать абсолютно. Там ящик лежит. Да ладно. Блайн, давай без подсказок. Это чё, ну зачем, ну? Да, это был Юлиан. Король Джулиан. Блин, ну все, сейчас как дурак буду бегать, ящик искать. Может, Блайчику пропишем по это самое... Этот тролль тот, кого убил с него. Блин. Ну. Блайн, ну зачем ты делаешь это? Блайчик сыграет в ящик. Серьезно, мы знаешь, сколько народу забанили за подсказки в этой игре уже? И учитывая демократию... О, мина. А я думал, мин нет. Ой, старушка наша. Боже, одуванчик. Смерть. Да. Смерть настигла их всех. Тоже прекрасная озвучка. Хамблби настаивает на том, чтобы я прочитал донат. И я пошел альтабаться и читать донат. Сейчас читаем донат. Сделай плоскость меньше, меньше суеты, меньше пропускаешь лут. А, то есть в донате еще у нас подсказка. Ну все, я специально Хамблби не буду сейчас... У нас игра залагала из-за этого. Ну что за, блин? Как так можно? Ну, работает, не трогай. Зачем отвлекаться? И атмосфера портится, и подсказка в этом. Ну, зачем, Хамблби, скажи мне? Не надо так. И пеку поставил. Блин, реально, забаньте Хамблби до конца стрима. При всем уважении. Но так не надо делать. Спасибо большое. Так, я сейчас должен, видимо, вернуться к воротам, которые открываются у нас через гербы. Как это настораживает эти звуки? Давайте ставить. Герб. Вот так вот хорошо будет. Ну вон же, нормально. Подтвердить. Подтверждаю. И герб с девой. Дева крутится. Ворота мутятся. Такс. Что у нас по карте? Были еще сзади замки, отмычки. Давайте-ка спущусь вниз. Лишь проверю. И смерть, да? Угу. Лагаться стало, перезапусти. Ладно, все, друзья, на этом все. На сегодня. Полтора часика поиграли. Не то чтобы я сильно устал, но я не уверен, что... Сейчас как раз время закончится. Я и расстраиваться начал. И все, хватит. Сегодня мы побегали, немножко прошли дальше. Увидимся с вами завтра вечерком. И, наверное, следующая трансляция у нас уже будет на 2-3 часа. Ну, потому что уже нет такого прям дикого страха по неопытности. Хорошо поиграли.
давайте. Все равно игра довольно короткая, я слышал, там типа на 10-12 часов, конечно, не на максималке. Если мы будем тратить там полтора часа на одну локацию, то это может затянуться. Но, тем не менее, это все равно не какой-нибудь Billions, который там просто 84 трая и одну миссию гоняем. Тут все закончится в течение недели, полутора, скорее всего. Так что наберемся терпения. Увидимся с вами завтра вечерком. Спасибо большое, что смотрели, что болели. До завтра. Пока-пока.